Привет, Витя из Латвии. Второй раз, кстати, записываю это видео. Прежде чем я извинюсь в этом видеоролике, я хочу начать кое-что с чего-то другого. Постараюсь не запинаться и не забыть то, что я хочу сказать. Ну, то, что посчитаю главным в этом видеоролике. И как ты понял, что в этом видеоролике я полностью тебе уделяю внимание. Я думаю, тебе должно частично приятно то, что я в этом видеоролике уделяю тебе именно внимание. Вот. Начну с того, что тебя не взяли на 140 BPM, который обычно проходит в России. Не буду впадаться в подробности. Кому интересно, как читал Витя для 140 BPM или просто BPM, ссылка под этим видео. Я так считаю, что ты неплохо зачитал, когда я просто посмотрел этот ролик, ты вроде старался, я точно знаю, что ты старался, и хотел, как и любой желающий, попасть на этот BPM. Я просто тебе так скажу, зачитай еще раз и подай заявку, всем назло. Вот. Я думаю, что ты просто расстроился, что тебя... рассмотрели твою заявку и посчитали, что она, ты плохо зачитал, либо их не зацепило. Бывает так, что ты старался там день и ночь, этот текст писал, и тебя не заметили. В общем, ты понял, просто еще раз подай заявку. Вот. Теперь следующее. Вы поняли? Я тебе написал в директ. И ты знаешь, что мои подписчики на встрече подписчиков, в общем, сказали, что они хотят этот батл, чтобы я с тобой батлил. Вот, потому что ты знаешь, я тебе писал в директ, я первый тебе написал, вот ты мне не писал вообще. Вот, я тебе первый написал. Вот, короче, ты знаешь, о чем мне писал, чтобы я извинился. И вот, я хочу извиниться за то, что тебе врал. Что когда меня уволили с работы, ты не виноват, что ты не причастен к этому. Вот, что ты не виноват. Поэтому я перед тобой извиняюсь. Вот. Я думаю, ты примешь эти извинения. Вот. Я тебе еще написал в директ, что мне неприятно вспоминать то, что было в Риге. Но я уверен в том, что есть люди, которые это уже не так просто забудут, потому что... для них это как-то серьезно. Вот, пройдет год, они все равно мне об этом напомнят. Это как, знаете, вот этот паблик «Армия Букс». И люди все равно это не забудут. То есть, как вот такой косяк, но он такой получается жирный косяк, который люди вот, просто не забудут, потому что это их реально как-то зацепило. А я не хочу вспоминать то, что было в Риге, то, что вот все это плохое. Вот, мне просто неприятно. Вот. Еще хотел кое-что сказать, но, наверное, просто неправильно так скажу. И просто я обычно так говорю, если я в этом видео что-то не договорил или лишнее сказал, я это либо тебе напишу, либо я обычно говорю своим подписчикам, я это просто скажу в следующем видеоролике. Поэтому я перед тобой извинился, все, что хотел или пробовал сказать, я сказал. Ну и на этом я хочу закончить этот видеоролик, который тебе полностью посвятил.